14 октября иностранным студентам Казанского федерального университета представилась возможность лично встретиться с генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фаридином Насриевым и задать ему все наболевшие и интересующие вопросы. На встрече также присутствовали проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев и представитель национально-культурной автономии узбеков Татарстана Абдуманоп Абдусатаров. Генконсул выразил благодарность вузу за содействие, а после рассказал студентам об истории и работе консульства. Наше генконсульство уже функционирует с 2019 года. До этого в Казани генконсульства не было. Все граждане обращались в наше посольство в Москве. И если взять за последние эти 6 лет, вы сами прекрасно знаете, что какие широкомасштабные реформы проводятся в Республике Узбекистан. И нет ни одной сферы деятельности, чтобы не было реформ положительных. Это будет культура, гуманитария, экономика, образование или политической сфере. Встреча прошла в рамках вопрос-ответ. Студенты поднимали актуальные темы самой разной направленности, начиная с образовательного процесса и заканчивая вопросами проживания на территории Российской Федерации. Каждый гражданин, и в том числе иностранные граждане, находясь на территории Российской Федерации, он должен соблюдать и уважать законы страны пребывания. И в связи с этим, это в основном касается первых курсников, приехали, здесь надо соблюдать, уважать. Вот есть представители здесь экономических связей вуза, к ним подойдете, они вам помогут по регистрации, потому что надо обязательно регистрироваться в течение 2 недель после приезда в Российскую Федерацию. Напомним, что в 2021-2022 году в Казанском федеральном университете обучаются более 10 тысяч иностранных граждан из 101 страны мира, в том числе и Узбекистана. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.